резал бы и резал бы. Никаких красителей и ароматизаторов, лишь запах и вкус лета. Супруги Амельченко решили кормить своих детей только натуральными продуктами. А чтобы дольше сохранять пользу овощей и фруктов, нарезают и высушивают их в духовке. Возникли различные идеи там насчет пастилы и вот этих фруктовых чипсов, фрипсов. Вот так, наверное, это все и случилось. О том, что в округе проводят конкурс для мам, у которых есть свой бизнес, Светлана узнала из соцсетей. Признается, сначала сомневалась, участвовать или нет, но все же решилась. Особенность этого состязания в том, что эксперты помогают, так сказать, упаковать идею автора в бизнес-проект, просчитать рентабельность выбранного направления. Заявки подали 193 югорчанки. Прошли отбор 20 женщин, из них 16 добрались до финала. Мы вот уже на пятый день. Уже пришли не просто с идеей, а уже с оформленным проектом, с защитной речью, с какими-то показателями финансовыми. Вот. И, соответственно, представили свои бизнес-проекты перед конкурсной комиссией. На самом деле, всегда в душе ожидаешь и хочешь выиграть, да, но сам факт, когда тебе объявляют, что ты победитель, он всегда неожидан. И хоть и ждал вроде как, и надеялся. Идея проекта Светланы в том, чтобы заменить популярную, но вредную пищу на не менее вкусную, но полезную. Семья хочет изготавливать фрипсы, то есть фруктовые чипсы и пастилу. Все это без красителей, консервантов, пищевых добавок. Выигранные деньги супруги Амельченко используют на приобретение необходимого оборудования. Хотим приобрести сушилку, затем специальное приспособление для нарезания фруктов, соковыжималку, чтобы делать пастилу делать, да. Блендер. Сейчас Светлана и Дмитрий работают над оформлением бренда своей продукции и закупают крафтовую упаковку. Уже в декабре будущие предприниматели планируют выйти на рынок. Мама-предприниматель Светлана Амельченко вместе с супругом определили для себя так называемые точки роста. Они хотят делать пастилу не только из фруктов, но также из местных ягод и дикоросов, например, брусники и клюквы.